Если синоптик неправильно предсказал погоду, его зарплата останется прежней. Так может поэтому прогнозы у нас такие неточные? Секреты профессии начальница Опертышского управления по гидрометеорологии приоткрыла на пресс-конференции. Конечно, журналисты спросили ее о погоде. Так вот, зима уже началась. Снег, который лег, не растает. В целом средняя температура на ближайшие 3 месяца будет в пределах нормы. Это короткая рабочая неделя, теплая. До пятницы обещают близкие к нулю температуры. Каждый день будет идти снег, но солнца ждать не стоит. Радужная картина начнет меняться уже в субботу. Днем столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Ночью ударят морозы. У нас 10-11 начнет температура понижаться. Наиболее холодная ночь у нас будет 11 числа, когда мы прогнозируем, что температура ночью будет 10-15 градусов мороза. Конечно, по сравнению вот с сегодняшним днем, когда у нас там минус 1, минус 2, то 15 градусов это уже кажется существенное понижение.